Возвращение. Жанр, триллер. Страна, Россия. В ролях, Игорь Петренко, Елена Север, Алексей Серебряков и другие актеры. Доступ по ссылке. Оригинальное название «Пилигрим». Все авторские права принадлежат их законным правообладателям. Здесь его ждал еще один человек. Ждет. Отец. Почему он исчез? Военный. Отправили в командировку, сам ничего не знал, поэтому и сказать ничего не смог. Сказал, что вернется. Ну, кстати, пытался связаться, но что-то у него не получалось. Пытался. Знаешь, Наль, я... знаю точно. Все самое лучшее в его жизни было связано с тобой. Отправили в Сирию, и через какое-то время он попал в плен, там мы с ним познакомились. В одной камере. Он мне столько про тебя рассказал, как по ролям. До сих пор его слова в голове сидят, как будто это моя память. Мне слишком больно далась. Это память. Мир. Это не твое. Это брелок от моих ключей. Он собрал на нее очень важную информацию, закодировал твоим именем. Как он погиб? Началась бомбежка, мы пытались уйти. В общем, он умер у меня на руках. Подожди. Как твое имя? Глеб. Глеб. Спасибо тебе, ты мне очень помогла. Это ты помог мне, Глеб.